вот следователь вызывал, думали, что еще он живой. А он говорит, это, говорит, родственник. Какие родственники? У нас, говорит, таких родственников нету. Как-то вот. Потом мы только узнали, когда Тамика привезли уже домой. Он там уже говорили, что родственники, какие родственники. Вот тогда мы только узнали, когда он уже дома был на похоронах. Это было, конечно, ужас. Это было ужасно. В истории осетин такого не было. Как брат на брата пойдет. И такого человека... Я не хочу сейчас говорить о всех хороших качествах моего брата. Люди его больше знают. Я не буду его хвалить. Любого человека спросите, кто знал моего брата, и вам любой скажет, что это был за человек. Это преступники. Такие преступники, которые заслуживают самого строгого наказания. Такого не было никогда, наверное, в истории осетин. И сейчас... Я сейчас не увидела и не услышала. Вот за все время процесса я ни разу не увидела и не услышала раскаяния их. У них этого тоже нет. Они только все говорят, что никто из них не виноват. Никто из них не убивал. Я думаю, следствие, суд разберется. Я верю в справедливость нашего суда. И я верю и надеюсь, что суд вынесет правильное решение в отношении убийц моего брата. Они убийцы. Вот именно в части убийства Торчина Темирлана Даурбековича вину они не признают. При этом они не могут указать, кто именно его убил. При этом еще в стадии предварительного следствия подозреваемые сами указали место захоронения трупа Темирлана Даурбековича. То есть не убив его, они не могли знать, где этот труп находится. Они же его и похитили. В момент похищения был жестоко избит. Полдня ими удерживался незаконно, ну потом впоследствии они его убили. Первый мотив, который рассматривало следствие, это кровная месть. Какое-то время на следствие это было. Потом они рассматривали мотив, просто они его похитили с целью заставить и принудить признаться в чем так, мы и не поняли, в каком-то там преступном действии. Естественно, у них этого не получилось, и в результате они потом просто побоялись его отпускать. Это опять-таки со слов некоторых из подсудимых. То есть они побоялись его отпустить и потом приняли уже решение его убить. Гособвинитель попросил по 18 и 17 лет для этих подсудимых, что, по мнению стороны потерпевших, слишком мягкий приговор для них, так как мы считаем, что они должны получить максимально возможные 40. Данные статьи предусматривают и пожизненное заключение. Мы понимаем, что исходя из такой практики в нашей стране, то пожизненный срок им навряд ли будет светить. Но я думаю, лет по 20 они получить должны, так как мы считаем, что каждый из них в равной степени виновен в этих преступлениях. И каждый должен из них получить, не должен получить кто-то меньше, кто-то больше.